США, 86-й. Я хотел бы поутру проснуться рядом с той, что любит и любима, чтобы состояние покоя снизошло, как это было прежде. Но приходит утро, и усталый, я встаю, чтобы отдохнуть в работе той, что и надежно, и любима. Так себя обманываю снова и живу, и не пойму, откуда странные желания приходят.